Привет, дорогие друзья! Здравствуйте! Продолжаем сегодня с вами Kingdom Come. Я уже забыл, что мы делали. Давайте вспоминать. Так, значит, у нас тут с вами... Так, неупокоенный дух. Так, турнир Ротаи. О чем мы, блядь, делали-то? Я уже забыл. Занимались мы с вами ограблениями. У меня звук пропал. Занимались мы с вами ограблениями. А, мы расставили, я вспомнил все, о чем мы делали, все. Вроде как я хотел... Вроде как я хотел пойти продать ворованные товары. Вот, или нет. В общем, пойдемте с вами продадим вещи. Потом с вами поедем на задание. Насчет Пэта. Там Куликоточка. Куда ехать-то, блядь? О, не-не-не, вот сюда. Нам ехать отсюда. Хотя можно и вот здесь проехать, в принципе, выехать из этого. Это помните, да, здесь как-то типа можно вот здесь, что ли, где-то свернуть, блядь. Здесь этот сворот должен быть вниз, по-моему. Вот тут вот где-то вот, по-моему. Какая мне память не ошибла. Единственное, что как туда, по-моему, проехать лучше. Но мы сами замки научились взламывать, это я помню. А, книгу нам еще расшифровать. Но это давайте это потом. Это сначала сегодня основная миссия выполним. Сейчас мы с вами продадим все это к нахуй отсюда. Он мельник ходит. Хотя у мельника можем тоже задание взять, насколько я помню. А-а-а, мы ж мельнику спиздили, по-моему, документ, что ли, или что там. Я аж вспомнил, кажется. Или нет. Сейчас посмотрим, что. I'm glad to see. Так, я ищу работу. Я себе у меня стилет что-то едет-то. Once again, I can help you there. But what? I see. Am I to? You know what? You're not that far off the mark. Sir Hanuch has in his possession a certain. Don't tell me that you can read. Ha! I trust your reward will be generous. Well, have I ever let you down? Fear not, Hal. This time you'll be getting more than usual. Because of the extra risk, stealing from your own You'll find the book right there in Hanush's chambers at the castle. It won't be easy to... Блять, он меня заставляет красть вот этого угануша, на которого мы, понимаешь, которому мы прислуживаем, блять. Но я, если честно, ничего против не имею, потому что мы тут с вами стали, сами знаете, на путь воров. И, в принципе, я даже боевку не хочу изучать, потому что, блядь, у меня уже жопа горит от них. Так.
Так, карманные кражи мы пока не будем изучать. Так, а что есть? Взлом замков, что можно? Мастер. Ну 15 уровень нужен, понятно. А у меня, наверное, еще маленький уровень. Сейчас у меня вскрытие замков, 11 уровень. А давайте мельника обкрадем нахуй тогда. Раз он меня заставляет красть у господина, я тогда буду брать и у мельника тоже воровать нахуй. Обкрадем все, что можно. Терезу обкрадем. Я всех обкраду. Вот видите, здесь по соседству, кстати, есть домики. Может быть, их обчистим. Не знаю, обчищаем все. Конечно, геймплей меняется, да? Чем больше мы учимся в расту, тем у нас, короче, больше прокачивается стелс, тем меньше, я так понимаю, у нас шанс изучать боевые искусства. Ну и с ним был. Смотри, у него такие подмостички нравятся, Зус. Мы с тобой не перестанем, наверное, никогда здесь удивляться. Местным достопримечательностям. Свинья пасется. Ручеёк журчит. Хорошо. Знаете, ребят, эта игра вот дает настолько в себя погрузиться. Коровочка стоит вот. Здравствуй, дорогая. Поприветствовал. Видишь, как коровка поприветствовала нас. Нам замки, мне же не обязательно красить, нам главное, понимаете, взламывать. Самое главное это взламывать. Похер на краже, главное взламывать все это дело. Тем более у нас перки прокачиваются, и у меня вот перк сейчас открыт. Короче, у нас есть 2-3 секунды, чтобы, да, моя хорошая, чтобы сделать этот... Короче, чтобы съебаться даже, если нас обнаружили, можем очень быстренько сбежать. Они не сразу же понимают, что у нас происходит вообще. Так. Ну вообще у всех домах разные. У крестьян, например, особо что-то такого. Не, ну можно, конечно, хабар найти, схрончик какой-нибудь хороший. Но в основном вот у крестьян у них тут такое все. Что у них самое ценное? Книжки, наверное. Вот видите, собака лежит. Вот при собаке лучше не пиздить ничего. Вот, кстати, насчет собаки, можно открыть перк, чтобы собаки с нами дружили и не выдавали то, что мы пиздим. Вон как, зай, слышно? Завывание занимается. Сейчас мы продадим краденое и поедем с вами в этот. Короче, в этот. На миссию на основном. Надо сюжет проходить, но наш вообще он не движется, блядь. Даже на 50% туда не тронем, прикинь. Да, меня затянула игра просто. На сайды. Ой, здесь еще дополнение. Бля, мы ее не скоро пройдем. Ну потому что, блядь, это не чисто сюжетная игра. Здесь надо и прокачиваться, и всякие дела. Это РПГ, блядь. Торопиться проходить РПГ это глупо. Не знаю, мне от первого лица нравится, наоборот. Понимаешь, что если мы бы играли от третьего лица, если было, то мы бы не заценили бы даже вот половину вот этих всех природ. Потому что именно вот от первого лица смотреть на все на это.
очень круто. God save you. Так, продать краденое. Так, продать. Давайте продадим чего-нибудь краденое. Так. Парчевый воинский, подожди. Хочу я ничего продавать. Так, черный пузан. 5-8. Воинский жупан. Ну и название. Так, оружие, доспехи. I'd like to... Well... Hi. Вы заметили, что он безотказный такой дядечка-то? То есть можно торговать... Получается, с этим... Вот запомните, кто будет играть. С этим мужиком лучше торговаться. Если с ним торгуешься, то, соответственно, больше профита получаешь. Такие вот дела. Че, слишком было? Хорошо. Да, выключи. Ну да. Блять, надо было поторговаться хоть, ёб твою мать. Слушайте, давайте этого вора обнесем. А почему бы нет? Блять, у него замки слишком сложные, по крайней мере вот здесь. Интересно, а если мы ему уже продадим, как вы думаете, что будет? А я что загуглить, вот он сидит, сейчас я ему продам. Прикиньте, если он сейчас все это дело купит у нас. Бля, я, конечно, реально охуею. Ну вот, например, давайте одну вещь продадим. Close. Блять, не могу. Продал его. Его же краденый. Репутация повысил. Ладно. Alright. Я не спорю. Я только за. Так, продаем красные шоссы. Так. Комбинезон.
Коричневые шоссы. Ладно, alright. Давайте продадим перчатки охотника. Потому что у него более новее были. Сейчас обновочки сделал. Вообще без проблемочек. Все что ли? У него разве больше ничего не было? Давайте поторгуемся. Ну, а много выручки я, конечно, не получу, понятно. 70 монет всего получил. Хотя смешно, конечно, получилось. Что говорить. Я так понимаю, такое ощущение, что он сюда складывает все, что мы напиздили. Потому что, знаете, странно. Такое ощущение, что это те же самые товары. Тут еще есть один сундук, где-то стоял. Но я думаю, что если мы его будем... А, ну нам его скрыть невозможно. Будь здоров, малышечка. Кабылка, цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. Будет перескакал. Ладно. Поехали тогда на задание. Ну, в целом я понял. Так, а задание-то у нас... Ох ты ж, ебать, как ехать далеко! Блять. Как надо тут доехать-то, нахуй? Ебать, а тут речки везде, тут куда тут ехать-то? Это получается, знаешь, что это? Надо, получается, либо в Тельберг ехать, оттуда их хуячить. Либо вот здесь вот. Но я думаю, все-таки мы сами со своими силами поедем, чтобы было интереснее. Чтобы, так сказать, может быть, что-нибудь по пути найдем и еще ограбим. Помнишь, что тут интроверты живут такие? Помнишь листочки вот здесь? Я думаю, что их обчистить. Капец, кис, у меня сталка в стиле игры, как у тебя. Помнишь, что тоже любишь какие-нибудь эти творить? Как не зайдешь, беспредельничает. Я сразу же понял, что эта девка на беспредел настроена. От того и полюбил. Вот, интроверты тут живут. Блядь, не буду, у них собака. Причем посмотрел на меня, внушила мне уверенность, что лучше не надо. Смотри, он такая на меня. Типа, ты что сделать собрался? Ой, блядь. Короче, мое предложение просто ехать вперед, а потом, если что-нибудь интересненькое найдем. Да, вот сейчас вот сюда проезжаем камень, и развилка от деревни наверх ведет. Здесь тоже наверх есть. А здесь-то куда идет дорога? Господи, вот все интересно мне, все же мне знать надо, блядь, а? Сейчас, короче, в итоге нихуя мы ни на какое задание не поедем. В итоге нахуй никакой миссии не будем выполнять. Ты узнал, где лагерь какой? Это лагерь, блядь. А здесь пошел бандюганы, ведь были. Я хуй знает, я замки открываю. Здесь вообще ничего нету. Хуй на капусту променял. Да, искажены фраза. Так реально вообще ничего нету. Бля, ну, бывает. Ай, музычка не листрается. Такая, знаете, как мультик. Мультик, музыка такая. И снег при дороге на карте почему-то не отображал. Не знаю почему. Блять, это была не дорога. Ну вот и поехали теперь. Рыкнуло. Какое? Зузу. Порехала Зузуева. Тебе нравится эта игра?
Ой, смотри, какой... Бля, он начинает, знаете, здесь вот столько идей для зон в плане рельефа. То есть постоянно рельеф, он разный. Где-то какой-то вот деревце лежит обломанное, не похожее на том, вот как ты видел недавно. Едешь, где-то кусты, там где-то деревья ниже растут, и ты видишь, как тебе в лицо все упирается. Ты реально чувствуешь себя, на? Вот это вот, знаете, прогулки вот это. Это погружение реально 100%. Я надеюсь, что еще в следующей части добавят физику к веткам деревьев, что когда ты к веткам деревьев приближаешься, чтобы они от тебя от ебальника отлетали. Ой, смотри на поляну. Ну, не, для 2015-го это хорош, хорош. Потому что я уже давно понял, что дрочить на технологии графически опасно. Вот мы почти приехали к мельнику к новому. Сейчас мы его тоже обнесем, а потом миссию. Нет, мы сейчас у него возьмем задачу, а потом мы его обнесем. Ну, собака у нас как зареспавнилась прямо раньше с нами, правильно? Молодец. Вот он тут живет у нас в каком-то болоте. Ведерко стоит. Ельник работает. Мы давайте с вами пойдем на мельницу сходим. Он там что, парирует, тренируется, что ли? Собака есть. Ну, ребят, поздно, все, пойдем. Зай, скажи, я отчаянный. Понимаешь, что я делаю? Господи, какие звуки на мельнице. Смотри, мельница-то живая внутри, смотри, механизм мельницы крутится внутри. Ой, ну подкупили нахуй, ну, блять, подкупили, а? На мельнице уснуть можно? Правда, сверху. А давайте сохранимся здесь, кстати, реально. Если что, чтобы, так сказать, это. Но если туда мельник не придет, потому что если это его спальня, то он нас отсюда выпиздит к чертям с собачьим. Жлоб, блядь, тот еще вонючий. Игра сохранена. Я просто думаю, сначала все-таки обчисточкой занят. Хорош. Блядь. Да нет, Дженрих ебнул. Дженрих у меня. Дженнихер у меня пизданулся. Женихер. Да-то на мельце ничего нету, блять. Был бы какой добро обчистить. Но мне понравилось на мельнице, понравилось, прикольно. Эффектненько. Все, видите, собака у него есть лежит. Где этот пиздюк-то? А вы заметили, что он пока общается? А пока он общается, мы не начнем замки скрывать. Все, вскрыли замок. Смотрим. Там женщины общаются, сидят. Вот пока женщины эти общаются, ты нарушаешь закон. Я знаю. Господи, ну тут у них только сыр для еды можно взять и все. Да нам попой, нам главное замки взламывать. Начинается, блять, в деревне утро. Я не могу. Так, сыр, хлеб. На, чей же еще, блять? Долбоебина. Орет то и дело. Так, все. Нас не заметили. Да собака хуй, ты вообще похуй. Она другое дело охраняет. У нее дела. Ой, господи, смотри, как простор. Блять, почему? То ли за счет вот этого аудио еще эффекта, звуков, видео. Все это выстраивается в одну композицию. Это так охуенно выглядит. Господи, боже мой. Здесь, блять, настолько погружение охуенное в игру, что просто пиздец, реально.
посмотрел, корова стоила. Бля, здесь все такое разное. Причем даже, знаете, если вроде бы ассет одинаковый попадается, но все равно почему-то вторили за счет рельефа, что все равно. Освещение разное. Вы заметили, что здесь этого пиздюка нет? Этого мельника-то, блядь, нет тут. Ну что-то, если честно, у него тут все как-то халтурно. Что-то особо-то, что-то такого крутого-то и нету. Ну вот он сидит тут. Вот. Крестьянин. Подождите, крестьянин. А, excuse me, а где ваш мельник-то? Jesus Christ, be... Do you know Timmy? He's a complete numbskull? Aye, he works here. Or he used to, I'm not sure. He... May the Lord watch over you. I'm looking for a colossus by the name of Timmy. I heard he works here. Тимми, блять, а здесь он называется Пета в переводе. Тимми и Пета, это же ведь... Блять, это ж ведь настолько охуенно! Кто-то хочет его убить. Пан Гануш меня прислал. Listen, someone wants to kill him. My god. So it's true then. Alright, but... Чё, она мне сказала, где Пета находится? Чё она сказала, alright? True. Чего, true? А, за мельницей с Миркой поговорить. С Миркой. Сейчас она нас приведет к этому Пету, походу. Идет она и идет мужик, заметьте. Слушайте, а мельница может пиздануть по башке? Но она как бы физически отметает. Вот так, ой, можно прокатиться на ней, смотри, вот так берешь так. А собак, ты лает на нее. На мырку на эту. На мырку. Here I am. So, why all the secrecy? What do you want from Timmy? Can you tell me where to find him? Promise me nothing will happen to him. Why do you care so much? He's my brother, and now there's some right peculiar... Who are they? I don't know. But I didn't tell them it... That's good. But sooner or later they'll find... Сейчас она меня к нему, наверное, отведет. He's hiding at the Colbin farm, over by Merhoyed. А чё там? Ох, ебать! Пиздоёбство, блять. Блять, надо все-таки было скачивать скиллы свои. Битвы. Ёба твою мать, а у меня косичка страшная. Четыре мужика на меня с мечами подошли. Он на меня так посмотрел. Я понял, что мне пизда. У меня есть ощущение, что ты здесь что-то ищешь. И кого же ты ищешь? А может мы его обмануть сможем? That's interesting. Well, what are the... Now, if someone were to tell me where to find Timmy, I might offer that man a job. Wait. You have an encampment somewhere? Well, sure we do. And no shortage of... Where is it? All in good time. Он в Ротае. А в Ротае мы типа его обманем, типа, или что? Смотрите, можем сказать, мне нужны гроши. Я не знаю, где он. Он на хозяйстве у Колбинов, он в Ротае. Мы можем, в принципе, обмануть. I hear he's hiding in Ротае. Oh, yeah? He's at the butcher's. They're his kin. Well, excuse me if I take that with a grain of... I'll just leave Radan here to keep an eye on you. For you, come with us if you've got the stomach for it. If not, come and find us in the... Or we'll find you. Come on, boys! Блять, он оставил сна...
Короче, у нас развилка пошла. А может быть, мы его завалим или что? Ну, сейчас. Нихуя они нам гроши, мне кажется, не дадут, мне кажется, они нас обманывают. И с головорезами связываться что-то не знаете, если честно, не хочется. Yeah. А? Я никем не притворился. За мной просто слежку поставили. Мужика от бандита приставили. Но я вроде как, у меня вроде получилось отличие. Они подумали, что он вратарь, а я-то не вратарь еду. Тут много развилок. Если я, например, его не убью и найду того мужика, подскажу, то мне как бы награду большую якобы они обещали. Но будет ли это награда, мы не знаем. Конечно, бля, прикиньте, если леса непроходимые, в прямом смысле слова. Охуеть, реально лес непроходимый, первый раз встретил. Причем реально непроходимый. Вау, смотри, какой, смотри, какая местность. Вот, смотри, вот так вот заезжаешь, да, вот. Вот так вот, как в настоящем лесу. Если мне стоит по лесам, хочется теперь пожестать. А я иду. Я иду. Вот здесь, да, я так понимаю, где-то рядом? Да. Вот Пета. Эй, Тимми. How are you today? Тимми, блять! I'm alright. We have now. Huh? Oh, shit. What do you want? It wasn't me. I didn't... I mean... Shit. I saw what you did at Neuhof. What are you talking about? You weren't there. I mean, I wasn't there. Don't waste your breath. You were there with Limpy Lubosch and Riki. I heard all about it. What do you want from me? Your mate Hinnok told me about a whole camp full of those horse huns. And I want to find it. I need to find it. Yeah, but why should I trust you, though? I'm not stupid. You might be one of them. Pretending to not be one of them. Trying to catch me out. I won't tell you nothing. Why would I be trying to catch? For Christ's sake, man. They crucified Limpy Lubosch in Ujits. What the hell are you trying to pull here? Shit. What will I do? Shit. I don't know where their camp is. That's a load of horse shit. Hinnok told me you were there, and that Pius warned you to keep your mouth. Well, once I was there with them, yeah. Try to remember. It was in the woods. In some kind of woods. You know, with a tree. A church. There was a church there. Oh, great. Thanks a lot. It was straight north from Talmberg. When you...
If you go further on past the woodcutters, you come across this abandoned house. Я, кажется, понял, где это. Ебать, там же разбойник, пиздец, по-моему. There's this narrow path. You keep straight on... Better than nothing, I suppose. But you won't tell nobody about Nighthawk fight. You took part in that massacre, Timmy. People got killed. No. What do you expect? That you can join a gang of robbers to go... Never! You might as well kill... Well, the Lord sees you, so who am I to... Блять, ну те, кто мы обманули мужиков, они сказали, что если ты нас обманул, мы с тобой придем. Но прикол в том, что этот Пета вырезал в деревне все. Да? Мой приятель Пета доложит о местонахождении лагеря разбойников пану Рацику. Ну, мы давайте пану Рацику, да? Ну, его можно прибить. В принципе. Да, он резню устроил. Ну как режет. Просто те много разбойники, которые на меня напали, они пообещали, что нам башку отснесут. Ну да ладно, похуй. Это... Если мы им неправильно скажем инфу. Мы же неправильно им сказали инфу. Они сказали... Да, они сказали, потом приходи в какую-то корчму. Ну, либо мы тебя сами найдем. Ты же, я уж съебусь от... Угу. Конечно, работу ему хотят дать, но я так понимаю, вряд ли. Хуя себе, пан Рацик тут разбил лагерь какой. Вот, Рацик кобыла. У него никнейм. Это который у нас был в первом самом городе. Лагерь разбойников. I have some news about... Good. Tell. The trail leads to Ujit. I see. I went to Ujit, where they told me I could find Luke. Indeed. The whole affair's become... I found out about another one of them. A crony. You're doing a good job. But you need to be... I'm afraid my news isn't... This Riki fellow was hiding out in the woods. And his former accomplices really did want... It seems they wanted no part in the... Those murdering whore sons weren't after loot. They just wanted to do damage. And the worst thing is... Sakra. That's all I've found out so far. All right. Sir, I've been to Ujits, and the parish priest there is... Godwin? Aye, an intriguing fellow. He's the youngest son of... He was sent to the university to become a priest, as is customary with the youngest son. So when he finished studying, instead of taking up his parish, I imagine he had a pretty adventurous life. Yes. And then one day he came back and said... About that encampment... What is it, lad? I found out about the camp from another of the bandits who deserted. The Gordon, рассказывает про него. Big fellow, but more brawn than brawn. Good work, lad. Have you been to check... I don't know much, apart from where it is. We really need to find out more. Could you go back there and try to discover anything? And if you could carry out some sabotage while you're in there, it would be... Certainly, sir. That is... That's what I like to hear. You'll be our eyes and ears, lad. Our success will depend on what you... I'll find out what I can. Goodbye. Good boy. Так. Лагерь. Ох, ебать, сколько миссий началось. Так. Сейчас, мины, гнездо. Отправляйся на разведку. Так. Найди лагерь разбойников. На разведку надо отправиться теперь. Что теперь? Разведочка, зай.
Но я выбрал не тот вариант ответа просто. Но мне... Так там еще эти есть, разбойники, их еще убить надо, которые перерезали, помогли ему. Тут еще разбойников надо искать, которые помогли ему. Их куда больше. А? Так, ты узнал, где интересное место. Смотрите, мы что-то нашли. Вот здесь что-то есть. Возможно, сокровище. $158. Ну, гроши, знаете ли... Лишними не бывает, да, Жень? Нам сейчас надо просто найти разбойников. Тут еще разбойник есть. Где, в кастрюле? В смысле, на кастрюле? Ну, сейчас сотру. Хорошо. Так что вообще, может быть, не ставить тогда, блин, на огонь-то? Ну, он так и так будет просто это. Ну, слишком большой был. Ну, хорошо. Слишком. Хорошо. А может, на кнопку ставить вот тут, когда было? Тогда одно-нибудь вообще обгорит. Ну ладно. Цера прямо там. Просто тогда вообще не будет гореть. Где прячется? Так.
Как добраться? Он прямо к северу от Тельмер, налево от заброшенного дома. Блять, начинается. Короче, нам нужно разрушенное это найти. Кир уже пьет прям собачательно. Я ничего не понимаю, куда идти теперь. Короче, нужно теперь по подсказкам того мужика. Эти заброшены. Короче, разрушенная избушка нам нужна. Чего нужно, какая? Якобы будет разрушенная избушка, а там будет и лагерь, соответственно, по дорожке. Ой, блядь, начинается. Опять никаких знаков, блядь. Пиздуй, бороздующийся сам, так сказать. Вот сюда, вот на север, да, вроде он говорил, поехал. Ну давайте на север попробуем проехать, может быть здесь так. Во-во-во, смотрите, смотрите, что-то нашел. Что-то. Травница Гертруда. Сейчас мы здесь разве не были, Сэм, вспомните? Нет, вроде не было. А может Гертруда спросить? Может она видела что? Good evening. Нет. May the Lord watch over you. Ну что, мне пешком идти? Бля, мне кажется, мы не туда идем. Смотрите, это разбойники. Они теоретически могут скрываться в углу меня? Конечно, могут. Тем более, смотрите, какие это леса большие. Пойдемте дальше тогда проедем. Может быть, все-таки наткнемся на них. Ну, просто видите, как сказал. Налево, направо. Чего, блядь? Этот еще перевод такой корявый, блядь, нахуй, в игре самой по себе. Да нихуя ничего не понятно, блядь. Куда ехать? Смотрите, сколько здесь развилок, блядь. Все темно становится, заебись. Ну и чего, и куда дальше? Я сейчас просто в поле выйду. В общем, что-то мы не то сделали, кажется. А может быть вот сюда, вот налево? Давай налево съездим. Прикиньте, если игру вообще без карты проходить, это пиздец, на. Мужик какой-то идет, блядь, из леса. Грибники ебаные. Даже здесь экстейдж. Прям из-за гор так эффектно появился, из-за леса, из-за гор, так сказать, выехал. Это кто? Грибники, ёбаные. А видели, да, как сагрился на меня мужик, а? Ну вы понимаете, что это бред, блядь.
Мы рядом с Ровной тут мотаемся. Пизду, я сейчас подсмотрю нахуй. Знаете, я в рот ебал сидеть еще, блядь, тут. Так, Kingdom Come Deliverance. Сейчас посмотрим. Просто хоть подсказку, блядь, потому что пиздец. Вот змеиное гнездо. То есть нам лучше просто отправиться в Переславицу, и все получается. Переславица. Ну, вот получается, вот отсюда вот нам надо ехать. Вот отсюда. Место такое называется. Там лагерь разбойников огромный. Да. Причем я не понял, ничего себе. Пиздец, что ли, надо будет? Заметьте, что у меня нету. Да. Жарко просто. Сейчас интернет появился. Да не было вот интернет. Как бы Саш? Саш бы ебался, сидел. Ну тут подсказки есть в самой игре, но значка никакого нет, здесь ничего не отмечено. Вот, иди к разрушенной развилке. Вот, мы прибыли к разрушенной развилке. Вот, мы. Так, прибыли. Дальше. Так, вот прямо. Налево от заброшенного дома. Снова по развилке, пока не видишь. Так, поляну с большим буком. Выбери левое ответвление и продолжи путь до следующей развилки. Левое ответвление. Ну вот. Блять, почему так быстро все? Задачи выполнены, выбраны. Я так понимаю, здесь надо, короче, идти по подсказка. А сейчас-то куда? Поверни налево и продолжай путь от перекрестка. А, ну вот. Короче, нужно было идти по каждому периметру, и тут задание выполнено, выполнено и так далее. Ну, у меня опять она выполнена. От перекрестка направляйся прямо. Короче, нам сейчас с вами прямо. Короче, я понял, в общем. Те, кто играет, нужно, в общем, идти, и там, где правильно, там будет подсказки даны. Да, я понял. А сейчас нам надо прямо ехать. Ну, судя по всему, да. Блять, а точно прямо? Ну, сказали прямо, значит прямо. Блять, но мы не туда уезжаем, вы понимаете? Мне кажется, вот сюда вот надо, вот сюда, сверху над скалицей находится. Подождите, скалица. А это не там ли нас родители сожгли? Подождите, скалица. Это ж вроде как то самое место. Что-то мне так вот напоминает. Короче, надо было сейчас все-таки туда развернуться. Прямо. На перекрестке разворачиваемся направо. Ну, я понял. Короче, если идешь по советам этого... Видишь как? Если мы бы выбрали другое задание, нам бы помогли, скорее всего, те разбойники, которых мы встретили. Бля, вы знаете, там, кстати, сейчас на прибежке посмотрел на картинки, там такой пиздец творится, там столько врагов сейчас будет, бля, для меня же размотыжит, блядь, там.
Пан Кобыла Рацик меня хочет отправить на тот свет, я понял. Вот она, вот она, вот она. Ебать, там лагерь здоровый какой. Жесть. Это что, ебанулся, а тут еще и странник идет. А, грибники ебаные, ничего не страшно. Зай. Там такой лагерь огроменный, блядь, и меня там сейчас в бульку размотают. Понимаете, что нам пизда? Блять. Открыто нанести вред разбойникам перед битвой. Ты их там столько, вы чё? Давайте сохранимся. Можешь поджечь стрелы, можешь отравить их еду. То есть можно стелсиком? Ну, то есть мы можем либо напрямую нанести вред, то есть прям сейчас взять меч нахуй свой, обнажить из штан, точнее, блядь, из кобуры, и пойти хуярить, блядь, хуярить. Но это не наш мастер, потому что, вы понимаете, нас здесь быстро. Я предлагаю жрачку им отравить нахуй и поджечь им стрелы. Мичинасу, видите, японцы, блядь, Цусима, блядь, пришел с ним. Это Барбос, тихо. It would take a while to get across, and there's nowhere to shelter from arrows. А понимаете? Мичинасу. Видите, они это. Так, давайте Барбосу скажем, чтобы он здесь стоял. Wait here for... Stay. Слышно? Да вы что, сейчас будет меня палить? Какие-то японцы стоят, походу. Господи, как охуенно, стелс-задание. Блядь, что еще от игры надо? Все есть. Есть все, есть атмосфера, есть. Атмосфера есть? Есть. Сюжет есть? Есть. Веселье есть? Все есть. Ебать, они тут ров, что ли, вырыли? Охуеть. Блять, а как залезть сюда теперь? А понимаете, что мы можем по стелсу башку свернуть людям? Если, конечно, это если, конечно, этот перк у нас открыт. Короче, есть перк. Вы видели, да? Он залез. Вот, незаметное убийство, вот это нам надо открыть. Японцы, а? Ты слышала? Они реально как японцы общаются. Я не пойму, они меня что, видят, что ли? Знаете, чего не хватает? Знаете, как с Кариме, да, глазик был? Типа, если тебя видят. A stockade. A handful of men could hold it for quite a while. Вернись пану Рацку. Ну смотрите, мы можем вернуться, а можем еще просаботировать, то есть поджечь стрелы, нанести вред разбойникам. То есть нам не обязательно с вами... давайте сохранимся сейчас. Еще раз. Да, я знаю, что мы тратим зелье, но мы зелье-то спиздили, правильно? Правильно. Зелье. Поэтому... Я предлагаю все-таки, знаете,
Не надо торопиться проходить игру. Давайте все-таки попробуем потихонечку нанесем им вред. То есть саботаж делом, отравим им еду. А, это позволит, скорее всего, нам сократить. Сейчас будет пизделка огромная. Да. И у нас есть выбор: вернуться к пану, то есть в открытую идти, либо вот потихонечку подорвать им боевой дух. И я думаю, что я подорву немножечко боевой дух. Пока есть ночь. А сколько у нас времени? О! Ночь только наступила. В общем, сейчас мы ночью с вами потихонечку. Да, мне кажется, что они. Вот нет такого ощущения, что они знают, что я здесь. Вот этих японские наречия, которые они тут произносят, такое ощущение, что они знают, что я тут. И мне кажется, мне хотят дать пизды. Конечно, можно прям в открытую сейчас с ним пойти попиздиться, но вы понимаете уж. В общем, все зависит от стиля игры. Вот как мы начали играть, как мы прокачивались, проходили ли мы допы, так и идет игра. То есть даже сюжет на сюжетной миссии много чего влияет. То есть игра полностью реиграбельна, можно потом переигрывать ее. Например, выбрать другой стиль. Менее желаем. Ясафо. Заметили, что здесь, кажется, непроходимое. Я просто вот здесь хотел залезть, короче, да? Ой-ой-ой, здравствуйте, здравствуйте. Ебать, Саша отчаянный. Понимаете, какой Саша? Ебать, там пришло! Здрасте. Да меня убьют сейчас нахуй. Ебать, их тут! Да вы чё, вы понимаете, нам пизда. Я не понимаю, люди, которые проходят игру не по стелсу, боёвка. Здесь боёвка говно собачье, серьезно. Я вообще драться не хочу, если честно, ничего. Нихуя непонятно, я сколько не смотрю туторов в ютубе, я понимаю одно, что все это говно собачье, нихуя непонятно. Навыков, блядь, не хватает для оружия, блядь. Минимальная ловкость 10. Че же мне, блядь, драться? Палка, что ли, нахуй? Походу. Ну вот как вариант меч Брюгера взять. Ну давайте меч Брюгера возьмем. Good ground for a big fight, but not much cover. Блять, а как я им жрачку-то травлю? Они ж не спят. Опачки. Тут кто-то писал, якобы можно парированием захуярить врагов. Давайте попробуем. Четыре половца на меня. Да все, мне пизда. What was that noise?
Петолап. Ебать, сколько половцев пришло. Ебать, да мне ж пизда. Не хочу. Я не понимаю, короче, блять. Я удаляю эту игру, нахуй, пиздец, блять. Они мне сейчас предлагают идти пиздиться с ними, блять, после того, как с паном Рацком. Понятно, у них люди будут, но тем не менее. Так, давай почитаем все-таки, может быть, в интернете еще можно. В этой локации очень много бандитов и половцев. Те, что подтверждают подходы к лагерю, не будут сразу нападать на Индра. Сначала окликнут и попытаются остановить. Это дает несколько секунд смотаться, если вас заметили. Но в самом лагере будьте готовы, что вас атакуют сразу же, как увидят. Вы сами решаете, сколько времени потратить на это задание. Однокрайность подойти к лагерю, получить запись дневника и сразу вернуться к Рацику с докладом. Но последующая битва будет намного сложнее. То есть мы с ними так и так будем пиздиться, ты не поняла? Другая крайность – в одиночку выманить и вырезать всех врагов, но это очень долго и сложно. Все же следующим заданием вам будет помогать целое войско, так что оставьте основную работу им. Так, а что еще есть? Речь о чем? Можно и в своей обычной одежде обойти лагерь и даже пока прокраситься внутрь, если вы одеты и не про... Но есть и другой вариант. Найти все части брони половцев, вас примут за половца, и вы сможете без проблем ходить по Прибославице. Правда, тут есть разные нюансы и ограничения, так что лично у меня не получилось замаскироваться. На всякий случай вариант напишу. Так, первый случай – это убить половца. То есть можно убить половца, и их в лагере много. Так, но на картинке выше показан труп в нужных доспехах. Можете также пытаться напасть и окружить половца сзади, либо найти спящего, а потом добить. А второй вариант – найти разрушенное здание, показанное на карте на скриншоте. Ну, блядь, оно в самом верху находится. Внутри стоит сундук с легким замком, а в нем полная броня половца. Ага. Так, итак, теперь от нюансов. Так, на вас должны быть все элементы брони половцев и никаких других частей брони. Правда, оружие можно оставлять себе обычное. Осуществить диверсию все равно надо, пока вас не видят. И даже если некоторые враги могут заподозрить Индра, вступить в акт, приходится использовать убеждение. Так, ну давайте попробуем все-таки без Рацка обойтись все-таки. Ну, в смысле, диверсию устроим, чтобы просто легче было херачиться потом. Я, конечно, не знаю, как мы сейчас обойдем. Там сверху якобы стоит... Короче, можно попробовать домик найти. Выбор есть, вот. Вот. Вот сейчас тебе вариант посмотрю какой. Заброшенный дом. А, вот, вижу, сверху заброшенный дом есть. Блять, ну тогда давайте попробуем. Здесь, блядь, половцы стоят, блядь. Они же меня отпиздят сейчас. Нет, смотри, если нам в лагерь не надо идти, можно потихонечку. Эй, Ивану! Ведь они нас предупреждают, типа. Get off here. И мы должны сгедафнуться отсюда, нахуй. Туда пошел, да. Давайте попробуем, как лягушечка ква-ква по воде. Все интересно, вообще миссию выполнять. Совсем другой вайп. Кто? Половцы? Так давай в лагерь зайду, сразу же пиздулей таких, блин. Ой. Такое интересно. Так, там я в интернете посмотрел, здесь где-то будет заброшенный. Походу немножечко отошли. Вот где-то вот здесь заброшенный дом и снизу. В общем, можно там попытаться взять доспехи. А вон он. Слышь. Давай.
Так половцы — это те, которые разрушили, блять, как раз таки наш этот, родители убили. А? Блять, так тут тоже есть мужики стоят. Да блять, они же везде. Я правильно понял? Сейчас на карте отмечено. А, вот здесь, сверху. То есть чуть-чуть выше надо, да, уйти. Бля, вот что мы делали без интернета? Ну, а как раньше что делали? Типа берешь, короче, проходишь разными способами. Сначала одним, потом другим. Причем половцы не спят, понимаете? Они не спят. Да, вот, то есть если мы сейчас даже подождем, они спят, точно не уходят. А подожди, давай реально подождем, попробуем часика-два хотя бы. Главное, чтобы пока я жду, чтобы меня не уебашили. А я не знаю, может быть, после часа. Нет, есть те, кто в лагере спят. Ну, блядь, а стража нахуя нужна? Караулит. Хотя вот смотри, вроде никого нет. Заметила? Ой. Походу здесь. Блядь, тихо. Так, а где заброшенный дом? Как он хоть выглядит? А, вот он. С лесенкой. Блять, а может это лучше утром тогда сделать, если сейчас факел-то зажгу? Ой. Да они смотрят за мной, на самом деле. Я так понял, что это вот он. Ну давайте зажгем огонь и просто посмотрим хотя бы. Угу. И на японщине что-то болтает. Вот этот дом. Ну, понимаете, что они здесь, блядь, стоят? То есть я, конечно, заберусь сюда, но, блядь, дальше что будет? Бред какой-то. Ну, давайте тогда спадем к пану Рацку сразу же, чё. Потому что, блядь, ну это вообще нереально, да. Если только вот здесь вот залезть как-нибудь прям по крыше. А он, блядь, перестал залазить-то, блядь. Раньше он залазил заразу. Сейчас он залазить так вот перестал. Помните, да, мы по крышам как-то уже лазили. Сейчас уж такого не прокатывает почему-то. Ведь сейчас он просто в кусты уходит. Вот, смотрите, что-то нашел. Там якобы... Во-во-во, открыл. О-о-о, нашел. Половецкое оружие. Да. Посоветовали сохраниться, кстати. Пожалуйста, сохрани сейчас. Так, ну мы потратили с вами абсолютно все зелья. У нас ничего больше нет. Ну давайте оденемся в половецкое все.
То есть одеваем все в половецкое, абсолютно все. Сапоги, штаны, кафтан. Так, почему у меня есть платье белое, непонятно. Ну вот все половецкое одел. Все половецкое, блять. Облепился нахуй половецким. Так, и теперь нам надо с вами устроить диверсию. Кстати, сзади можно зайти, даже может быть не обязательно в этом. Давайте устроим диверсию. Значит, у нас какие способы есть? Отравить еду, кстати, я не понимаю, чем ее отравить-то. Не нужно ли мне какие компоненты? Look at that. Those heathens are a lot tidier than the bandits. Вау, что такое? Вау, у них тут какой-то схрон, типа, внизу. Пещера. Понятно. Подождите, а для отравки, наверное, нам надо было яд купить. Да почему при миссии ничего не говорят? А, тут едочек лежит, оказывается. Если вы не забыли яд, конечно, блядь, шел на эту миссию, думаю, сука, яд нужен будет, блядь, пойду-ка, блядь, закуплюсь. Если вы не взяли, не фатально, можно найти его в сундуке, как прямо в лагере, в северной части. Фляга яда стоит прямо на бочке. И... понятно. Ну, ну давайте, я хочу все-таки пройти миссию полноценно, поэтому. Вот, яд. А так, блядь, пиздец нахуй, я ведь реально, ребят, знаете, идешь всегда на миссию, думаешь, дай-ка я яд возьму с собой. Вот уже, у меня же, блядь, прям сам, ух, крапива какая растет, блядь, я даже, не знаете, мне даже, блядь, кольнуло в сердце, блядь, когда я видел. Поел с костелка. Ой. Попробуй что-то сказать, вести себя естественно. Не знаю, что ты венгерском сказал и все. Ух, чуть не спалили. Я просто вести себя уверенно. И он просто сказал ему что-то по-венгерски. Вот видите, ложатся спать они. Меч убери, давай! Конечно. Вот сюда вот еще в этот котелок. А это мы к нему тогда, помнишь, прибегали уже один раз. Блять, идиот. И именно сейчас ты захотелось покушать, да? А это вообще идет ко мне. Так, подходим искать, не обращать внимания на него. Сказать что-то по-венгерски. Чакас, картатам, керезни, валамит. Блять, кажется, он понял, что я не он. Это он достал. Блин, жалко. А потому что, блять, жалко.
Это, блин, просто жалко. Блять, опять одеваться надо сейчас было. А ты мог после? Да надо было, я что-то просто не верю. Я просто обосрался от счастья. Так, ну давай, ладно, пойдем, значит. Так, половецкие наручи, половецкие сапоги, кафтан, половецкая шишка. Сильный половецкий хаос. У нас просто не все вкачано было. Вот в чем проблема. Может, это что не делать, господи? Ну все равно интересно. Ну да ладно теперь. Look at that. Those heathens are a lot tidier than the bandits. Enjoy your meal. Он отравил. Один удалось. Да. А! Кольнуло. Почему неинтересно? Интересно. Блин, если бы мне было неинтересно, я бы тогда это задание даже не продолжал. В такой манере, в стелсовой. А именно по стелсу прохожу. Мне интересно именно стелсом брать. Хи-хи, приставушка маленький. Если ты у меня приставушка маленький. Еще можно. Идет, 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 все. Подошел. Эй, ты! Братик. Ну, прости себя, естественно. Who draws nom care? Убедил. Начинал тут. Видим, что первый раз сдается. The fewer arrows you have, the better for us. Чем меньше стрел у вас, тем лучше для нас. Логично. Правильно же он сказался? Ничак, ничак, ми будьте талу. Короче, знаете, что я предлагаю? Мы же делаем сами все, что надо. Давайте траванем вот здесь. А у меня больше ядра нету. Тогда упец до... Собака! К ноге! Взять! А как они заметили это? Наверное, потому что вы заметили, что я стрел-то поджег. Такие подумали, слушай, а хули стрел-то, бля, горят, мать твоя. Бля, может только котелок травить? Вообще мы можем всех по-скрытому здесь вырезать. Прям вообще миссию одни выполнить в одиночку. Ну, понимаю. Ну, что это пиздец, реально. Ты понимаешь, что это же вообще, блядь, самое отчаянное, что можно вообще сотворить? Понимаю. От того и интересно? А? Мне кажется, у нас тактика неправильная. Сначала мы сидим с вами правильно. Look at that. Those heathens are a lot. Блять! Ну, первое время получается. Who draws nom care? Each in our... Блять.
The secret is in the spices. Good ground for a big fight, but not much cover. Вы заметили, что он настойчиво идет за нами? Заручать. Так, ну это один бутылек яда, все был. Кивать! Эй, ты! Чакас, карта! Эй, ты! Пора, стой! Вот! Ничок, ничок! Не будет и так! Риаду! Отворите сына, ты козул! Я за то хвала! Бежим! Эй, пэ, курта разъя! Я! Дадим по съебам. The bridge. That'll make it easier to cross the earthwork. There's open ground on both sides of it, and it's the fastest route for an attack. Na ezért kinyírlak!
Батя, понимаете, какая жопа здесь творится, да? Видели, да, сами то, что... Нас просто так не отпустит никто, нахуй. Нас не догонят. Конечно, нет, но, конечно, у нас есть, в принципе, вариант. Например, не знаю, там... Those heathens are a lot tidier than the bandit. The secret is in the spices. Ah, itt épp egy malackat tévedt a disznó ülésre. Riano! Блядь, знаете, я с одной стороны, блядь, пиздец, как хочу стелс. Но видите, блядь, они здесь... Блядь, я даже не знаю. В принципе, их можно всех передушить, но как? Блять, эти доспехи, блять, шумят, как черт знает что. Заметили, что неважно, в какое время суток, этот хуй все равно придет. Thank you.
Look at that. Those heathens are a lot tidier than the bandits. Ну, я не знаю, как, блять, как бы их душить бы? Как начинаешь душить? Блять, это говно просыпаться начинается. Блин, ну, палка двух отца, блять. Да ну нахуй, блядь! Вообще не трил, блядь! Это вообще говно по стелсу-то, блядь, пройти можно, блядь? Вот по-ловецки, не знаю. У меня такое ощущение, что на эту миссию, знаете что, ребят, влияет? Именно вот это вот, типа языкознание, то есть надо по-ловецки изучить. И общаться с ними уверенно. Пиздец, блядь. Ох, там пиздец будет битва, ебать. Look at that. No, the secret is in the spices.
сразу! Эй! Эй, ты! Who draws them? It's not. Be shooting these arrows. Не знаю. Блин, я столько напиздил вещей у этих, у половцев. Я даже на лошадь сесть не могу. Короче, я предлагаю не ебаться, пойти сейчас отравить еду, зажечь стрелы быстренько. Съебаться отсюда, и все, и больше ничего вообще не делать. Как вам такое, ребята? И все, и... Потому что, блядь, невозможно все это сделать, вот то, что мы хотим сделать. Невозможно оно, блядь, реально. Невозможно. Это просто, блядь, пиздец полный. Мичинасу этот заебал меня уже. Look at that. Those heathens are a lot tidier than the bandits. Сейчас он к нам подойдет. Эй, ты! Если честно, все просаботировать не получится все равно.
enjoy your meal. Летел, найдет, сейчас будет с нами разговаривать. Я не знаю, только если их. То есть трех челов мы можем с вами отвлечь. Все. Максимум. Все остальные нас будут убивать. Там потом такой фарш начнется, зайка. Следующая битва — это где будет чистое месиво на мечах. Все. Он обвыкнулся. Я не знаю, что делать. Битва? Не. Я не знаю, только сейчас вот этого мужика убить. Блядь, такая. Еще одна у меня. Все, последний вариант у нас с вами, короче. Все. Дальше у нас есть возможность только бежать отсюда. Ну, стрелы давайте подожжем, и все. Больше ничего не остается делать. Мы не сможем всех здесь диверсировать, это нереально. Либо обаяние надо вкачивать, либо хер знает что. Видите, он ко мне идет. Блять, короче, все. Не надо, все, ладно. Мы не сможем. Мы не затащим здесь. Они заебут нас сейчас. То ли миссия кривая, я не знаю, то ли что-то вкачать надо. Я, блядь, не стелси без возможности, не хочу, если честно. В принципе, можем с вами съездить в ту пещеру с половцами, которые, помните, мы с вами нашли. Ну, можно, конечно, попробовать. Тут, наверное, надо читать про культуру половцев и изучать их язык, вот этот, половецкий, так сказать. И тогда, может быть, что-то получится. А так... Блять, куда залез нахуй в болото какое-то. Твою мать, а? И выехать-то не могу. Не, можно, конечно, диверсировать весь лагерь вынести, но это вообще... Это нереально, мы их можем только дух максимум ослабить. Вон, видите, уж смотрит, стоят на нас. Все, поехали отсюда. Либо, как вариант, еще раз в ту пещеру съездить. Если честно, миссии не хочу уже проходить, у меня энтузиазм весь пропал. Поехали, попробуем в пещеру съездим. Может, получится. Если, конечно, мне удастся попасть в нее. Помните, да, там пещерка есть такая? Нет! Не только я, но... Как бы тебе объяснить? Ну, короче, здесь типа фишка в том, что, скорее всего... Я не знаю, как следующую миссию пройду. Мне кажется, я не смогу ее пройти просто-напросто. То есть нереально просто. Тут понимаешь, тут очень сложно, очень тяжело.
Ой, блядь. Спасибо. Роднули. Чё, перегружен, блядь, вроде ничего не брал, уже перегружен. Короче, идем к Рацку. Не выебываемся. По стелсу мы все равно ничего не сделаем. Нереально сделать то, что нереально, короче, в общем-то. Здесь, по-моему, да, пещера будет. Здесь где-то, короче, пещера с полцами есть. У меня вариант, в принципе, был вырезать нахуй тут все. Вот здесь, по-моему, или нет, или не здесь. Где-то есть пещера охуенная с полцами. И чё, блять, и как я отсюда теперь вылезу? Не знаю. Блять, игра, блять, сука, говно, блять, багнутое, блять. Вот нихуя, блять, это за хуйня, блять, текстуру застрял и все, и вылезти не могу. Пиздец, блять. Еле-еле, блять. Помните, да, здесь типа по мосту мы тогда ехали, на. Я думал, может быть, в пещере задушить их нахуй. Типа, чтобы помочь так, типа, полегче будет битва. Тут еще правильно отвечать надо сейчас будет на вопрос. Ну вот он подошел. Блядь, сейчас пиздевка будет. Да бледина, блядь! Чтоб тебе гузно, блядь, прощемили. Мразота, блядь. Нервы попортил, да? Как я его убью сейчас? И еще один пришел. Короче, ладно, это последняя серия была по Kingdom Come. Потому что я не смогу больше. Слишком задранная игрушка. Да. Короче, всем пока. Вышел в комментатор. Всем привет, друзья. В общем, ну припиздел, напиздел я тогда, что я не буду. Давайте попробуем еще раз хоть чего-нибудь сделать. Нам просто надо, знаете, как не увлекаться слишком всей этой хуйней. Мы сейчас вот что с вами сделаем. Мы сейчас переоденемся. Сделаем хотя бы две диверсии. И съебемся. Все, 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 мы съебались. По нарацку все доложим. Все. И пойдем с вами качать пизделовку, скилл пизделовки, все. Пока не вкачаем нормально, дальше двигаться бесполезно. Одеваем половецкую хуйню на себя, как всегда. В общем, поедем с вами на дристалище, будем, так сказать, практис делать большой. Ну вот смотри, какой я пополовец, смотри на меня, доспехи, блять. Да, половские. Итак... Давайте сделаем диверсию. Сейчас, да, когда не подходит, спрашивает, пытается мне экзамены делать. Ну, видите, он как огонек вдали мерцает. Директ глючит, зараза. Здесь еще по-разному бывает. Здесь этот мужик выходит, бывает не выходит. Those heathens are a lot tidier than the bandits. It's my own recipe. Так, все положили. The fewer arrows you have, the better for us. Все, вот сделали две диверсии. Блять, еще бы разодушить бы этого пиздюка. Блять, заметил.
Все, ладно, пойдемте, короче. Это здесь бесполезно проходить. Давайте просто сейчас сами отсюда свалим и все. Идиот! Свалим, говорим. Смотри, сейчас начнет проверять меня. Вон, смотри. Блин, прям в лес за мной пошел, зараза. Знаешь, как они долго идти могут? Я пришел с... Так. Успех. Главное сказать «э». В любой непонятной ситуации игре «э». Блять, он опять сейчас нас допросить может. Блять, опять допрашивает. Ого. Прикиньте, если он сейчас за нами опять с вами пойдет. Надо. Там столько вот когда пришел. Сейчас надо будет еще вечерочком. Так. Наверное, да. Черт его знает. Чего? А здесь так не получится, если не выучишь, мне кажется, это. Потому что, ты не поняла, здесь варианта от ответа нету. Здесь попробуй сказать что-то на венгерском, вести себя уверенно, прилгать. Потом, когда эти варианты с прилганием закончатся, все, пизда. Придется как бы... Блять. Знаешь, ничего... Я нихуя не вижу тоже. Короче, я сделал две диверсии. Больше я их делать не буду. Вот у меня кобыла стоит. Пан кобыла рад сквот стоит. Садимся. Странно, что они не видят, что кобыла-то другая. А с чего ты взяла, что они... Я же дальше от них поставил, я же к ним-то не еду. Что там пришло? Что там? Скорее всего, в телеге как всегда что-то. Ну все, ребятушки, мы с вами теперь поехали к вот этому Сиру. Самосиру. В общем, поедем мы с вами теперь сюда. И, ну, в общем, пану Радску. Да, мы не всех выкосили, будет битва сложнее, но вы понимаете то, что мы сейчас это, мне кажется, и не сможем сделать. Во-первых, у меня снадобья закончились. Нет, мы, в принципе, можем с вами, знаете, что сделать? Типа взять... Ой, блять, я, кажется, мужика случайно сдал. Потренироваться вернуться, а потом вернуться еще раз и всех перерезать. Такой тоже. Кстати, возможно, что может багом таким воспользоваться? Может быть, сейчас пока соскочим с основной миссии? Господи, неожиданно резко пошел дождик. Господи, чё же мне нравится эта игра? Правда, она что-то у меня иногда подлагивает, да, вы заметили, в лесу особенно. Ну, я так понимаю, для новой части там, наверное, вообще, наверное, системные требования, наверное, будут. Если же здесь-то, блядь, требования были не маленькие. Вот раньше я, кстати, её, знаешь, что, мимо проходил эту игру, слых, зай. А вот с тобой, видишь, решил пройти. Хи-хи. Я не понимал многие вещи. Так, мы можем проехать вот здесь. Тут еще пещера есть с половцами. В принципе, можно туда нанести визит и там всех передушить, если возможно. Где-то вот... Где-то вот здесь, что ли, она будет. Где-то вот тут, по-моему, что ли, в воде в какой-то, блядь. Ну, в принципе, сейчас можем доехать до этого, потренироваться, а потом вернуться. Может так сделать и попробовать всех передушить? Я вот что думаю, да? А потом уже начинать миссию. Конечно, тут можно в одиночку вообще всех перебить, я так понял. Это, наверное, нужно быть вообще ёбнутым. Да не, здесь много. Здесь половцы плюс еще бандосы. Они меня откуячат там. Я, конечно, могу попробовать прокачаться. В принципе, у нас еще есть дополнение за Терезу. Мы можем за Терезу поиграть с вами. Это такое, могилка, что ли? Кстати, могилки можно интересно встречать. Тут всякие трупы разные лежат. Там с ребят даже лежат, да, старики какие-то. Да.
Вот такая вот у меня кобылка Рацик. Кушает травку. Но ты же понимаешь, да, теперь в чем суть здесь, почему от первого лица, чтобы вот эти вот природные созерцать. Сейчас, конечно, темно, как в жопе. Но когда светло. Сейчас понятно, созерцать тут вряд ли что-то получится. Блять, а где-то половцы есть, где-то, блять, пещера он где-то здесь есть. Блять, а где мы? А, мы сейчас с вами в Ровно приедем, да? Блять, я что-то вообще не туда, походу, уехал-то. Ну, можно, конечно, Ровно. А, так, не слушай, а может быть, если где-нибудь здесь съездить? Или не, пойдемте потренируемся. Всегда можно вернуться. Тяжелее последствия будут потом, понимаете? То есть потом уже можно будет все. Не вернешься. Сейчас пока еще можно вернуться. Блять, погибал улитка дал. Знаете, что я до сих пор не могу понять? Здесь такая штука называется гнездо. Я, блядь, по сей день не могу понять, что нахуй за гнездо. Вот это что ли? Может, под гнездом несут дом какой-то? Типа, вот видите, какой-то дом. Который, блядь, сука, даже залезть нельзя. Ребята, помните, мы с нами здесь сами бандиты попадались, да, которых мы еще тогда грабили. Это, оказывается, они отсюда, походу, блин. Они рядом. Это кто? Блядь. Нихера себе, блядь. Вот это, блядь, вот это нахуй поворот событий, блядь. Видали, да, ребяточки? Нас тут сами чуть не отпиздухали. Пиздец, да хуен, знаете, ночью так люблю, блядь, ездить. Все ж так понятно, доступно. Вот ты узнал, где могила. И где она, блядь? Такой, знаете, лаунжик.
Вот она. Зай, нашел как раз могилу. Да, сейчас будем копать. Посмотрим. Может, пустая. Череп какой-то лежит. О, тут, походу, какая-то парочка похоронена. Видишь, друг с другом. Я ничего не... Ты чё? Собачье сало. Зачем? Собачье стало отлично подход для жарки колбасы из конины. А зачем хоронить их? Да, может, это их схрончик был, хабар. Я тут сейчас пока ехал, меня, знаешь, на меня напали нахуй ночью. Меня начали пиздить, я, блядь, пришлось уезжать, блядь, куда глаза глядят. Так, нам теперь с вами надо к Кобылорадску съездить, господи боже мой. Или обязательно можно, в принципе, а что тут у нас? Вернись к пану Рацику. Я бы, знаете, я бы все-таки съездил сейчас на дристалище, так сказать. Попрактиковать там свои скиллы. Что-то пишет. Это можно почитать книжечку. Заметили, да, как тут сеты охуенно одеваются. Да сеты со всяким оружием и так далее. Друг на друга залазит. Так, нужно бы что-нибудь с себя бы доскинуть, пожалуй. Чужный койф. Давайте мы его с себя, так сказать. Ну, если честно. Ну, блин, продавать-то тоже не это. Все-то не хочется. А что на деда все похоже? Морозы? Нет, просто. Просто на деда? Даже не знаю, что тебе сказать, Данечка. Блять. Ты, блять, заполнена нахуй. Если мы просто хотим с вами-то сейчас съездить, в этот мы должны, конечно, подразрядиться. Хе-хе, кисточка. А? А зачем? Да? Да, так сказать, безвредные полностью. А. Ну. Так, украшенные сапоги для верховой езды. Блять, наверное, половину выкидывать придется, потому что у меня тут как сыр можно сожрать. Хлеб тоже можно съесть. Что это? Кто нет? Зелье Лазаря какого-то. Блять, и на лошади тоже все перегружено. А что так сложно было-то, блядь, в некоторых местах? Думаешь? Перенси? Ебать, если нам к этому ехать, к пану Рацку, то ёб твою мать, давайте смотрите, как далеко. Бля, ну мне на дристалище надо съездить. Ну, блядь, на лошади поехали. Короче, какой есть вариант? Значит, находим город какой-нибудь рядом поблизости и там сбагриваем все это.
Блять, а тут скалится. Это где мы тогда были первый раз? Блять, куда съездить тогда? В Тальмберг? Не, ну можно, в принципе, к Крацику заехать. Все равно, в любом случае, нам потом придется пиздиться. Это, а, что это будет? Это вот кобыла Рацик. Кобыла. Яичка. Кобыла ебана. А вот здесь какой-то типа деревушки, что ли, стоит, может, туда съездить. Продать надо что-нибудь. Просто, блядь, если нарестаешь... Просто здесь есть фаст-тревелы, но они, возможно, только когда у тебя немного вещей на тебе. А у меня все заполнено. Причем я уже половину на лошадь скинул. Я даже не знаю, что мне делать с этим. Ну вот, ищу магазины. Блядь, надеюсь, лошадь не скатится отсюда нахуй. Я помню, как я в Скайриме Нагар запирал. Магазина? Ну да, но я вот хочу посмотреть здесь поблизости. Я рядом с Рацком что-то стоит, может, там есть... Сам ты рад, конечно, вряд ли мне что продаст, только разве что пизды даст. Ну вот он тут живет. Лагерь тут уже свой собрал. Бля, вот прям в игре живет, прям, да, дождик хлыщет и хлыщет. Ночью хлыстал, сейчас хлыщет. Так, помимо Рацка здесь кто-то есть. Вот это кто такой? Лешек какой-то. Леший? Даже я охуел. Это что, с ним надо поговорить? Нет. Кто-то якобы здесь есть. А кто здесь есть? А, ну стрельбище тут есть. Excuse me, а что мне на стрельбище делать, блядь? Ристалище. Ууу, так тут ристалище рядышком стоит. А, подожди, а с кем пиздится-то ристалище-то, блядь? Ну есть оно тут. Ну да, тут реально есть ристалище еще одно. А может быть это ристалище, знаете, будет, когда типа мы миссию начнем уже. Вот видишь, ристалище стоит. Ну, в принципе, можно тогда начать, я думаю. Может, со стражником можно, конечно, я не знаю. Они, ну, и тут кушают. Бля, вот это дождище, нахуй, хуячит. Где этот? А где он? Они наливают тарелкой. Вот это что? Это как этот, как Пирсон. А, вон, вижу. Да нет, не накладывает. Ну, блядь. Я тут не буду такого делать. Меня потом отмудохают так, что мать не горюй. Ну там взламывать звонок. Взломать можно. Поесть из котла можно. Нет? Ну я и так сытый. Хочешь, чтобы я сказал? Да ладно. Можно присесть, почилить. Нет, я молнии не видел. А, нихуя себе, вот это там хуячит, мне аж страшно стало. Испугались, обосрались. А где этому задание-то дать? А куда Рацик делся, блядь? Кто лагает? Вот он, блядь, спит нахуй. Наелся, блядь, видел. Наелся, блядь, и спит, видела? В дождь. Что бы ты хотел? I'm back from scouting, sir. Excellent. What have you found out? Так, сейчас там засели полки. Ну, ему надо честно отвечать, что их там дохерище просто. Их там много. Ну, их там реально много. Просто если... Он аж прикрепился. Просто если мы ему скажем, что мало,
Ну, он скажет, ну тогда моего отряда хватит. Он нас нет. Ну почему, если ты прям такой-то смелый? There's an overgrown ruined village in the woods where they dug in. That sounds like Privis Lavitz. It used to belong to Sir Divish before Havel Medic attacked and torched it. And then it's Privis Divish. А ты же помнишь этого человека? Да какой с самого начала с нами? Это король, который в этом был славится. Ой, славится это, ну... Так, там засели разбойники. Да нет, есть у тебя хорошие скиллы. Нет? Люди дадут, он даст своих людей. Там такой замес будет, блядь, ты сейчас охуй, надо тренироваться. Нас вынесут просто к ёбаной хуйне. There aren't just bandits in the camp, there are humans too. Humans, you say? Where the hell did they... I took a look at their arms and armor. They're not a proper arm. What about archers? И насчет лучников. There's a few of them and they're positioned well. If we charge them head on, they'll probably do us a lot of damage. I don't like the sound of that. It complicates the situation. Dealing with them before the battle would be the best option. Но он нам предлагает всех лучников устранить. That's about all I saw, sir. That's all right. Did you manage? I managed to destroy some of their arrow supplies, so they'll have... Well, damn. Так, а это был в котелке. Некоторых ты вынесет, потому что кого-то мы отравили, кого-то это. Ты как хитрый лис, он говорит. Это все, пан. Не волнуйся, Сендера. Видишь, если мы... Видишь, он сказал, он справляется в Таймберг, чтобы пристал сотник и Борик и его людей нам на подмогу. Tell Sir Robard to bring all his men, leaving only a minimum guard at the castle. Просто если мы возьмем, если мы ему скажем, что их там немного, то он отправит нас только со своим войском. А теперь нас заставляет ехать в города и собирать отряд дружину. Но лучше так, потому что ты не поверишь, сколько их там. Они там под землей еще живут, я нашел их это, да. И там просто пиздец настоящий, пиздец просто. Репутация повысилась. Скрытно нанести вред, но это мы не выполнили, потому что, ну... Потому что не смогли. Вернись к пану Рацку, вернись к пану Рацку. Я отравил, но я надо еще было некоторых задушить, пока они спят, либо убить по одному. Чтобы их дух ослабить. Ну ладно. Просто убивать мечом. Ну, конечно, поэтому я и думаю, ну нахуй. Так, попроси пана Девища. И... Укради книгу. А что еще-то? Помимо... Я вот не помню, зачем здесь дристалище нужно? Он тут стоит-то, блядь. Да? А как тренироваться-то? Как тренироваться-то? Как Big Smoke. Надеюсь, анимацию во второй части добавили, жизнь. Вот, перестальщик, ну а с кем тренироваться? Здесь этот, наверное, должен быть, пиздюк-то. Вот, блин. Ну, блин, ну... Бюджет небольшой был выигрыш. Тогда... Ой. Сейчас бы я к себе прибрал бы. А фиг, вроде можно. Тут покупать можно лошадей, я знаю. Насколько я помню. Так, нам куда их в Тельберг? Вот здесь есть тристалище? Но здесь зато продавцы есть, которым можно сбагрить все. Может, сначала к ним тогда съездим? Давай. Ну что? Сейчас направлю. Сейчас. Ёбаная кобыла, блядь, застряла. Да что в тебя? В ристалище-то? Так, Лидичка. Где она тут? Ну, направо. Не так, ты отдали-ка.
Так, нельзя. Ой, вы так написали детика. Угу. А чё? Нет. Я. На каком, на чешском? Кто? Мархаеду? Кто? Вот такие мархаеды, небольшая деревня. А, вот, да, здесь деревня, то есть, это мархаеды вот эти. А, мархаеды как? Вот здесь, по идее, кто-то должен быть, кстати. Может быть, здесь кого-нибудь продать, что-нибудь удастся? Небольшое поселение, короче, здесь какое-то живет. Точка прихода — это для фаст-тревела. Ну, ты знаешь, да, что фаст-тревел, я же все говорю, то это нужно, конечно. Ну, сейчас продам, а здесь что-то есть. Я же не знаю, здесь есть продавцы, нет? Если нет, придется в этот ехать. Вот бокалейщик есть. Только что у нас бокалейщик? Какая псина злая. Торговка. Типа God save и все дела. Блять, нет. Здесь только мелочь продать можно. Мне что нравится, что они с делами сами заняты, потом ночью спать идут. Это же круто. Вот, знаешь, Ведьмак, да, крутая игра? Но ты же помнишь, если ты говоришь, вот там зато все как эти. Ты ушел, они стоят в одном месте, ночью приходишь, они в одном месте, вроде все живо, но как-то что-то не то. Барышник тут какой-то. Барышня. Где эта барышня? Она? Крестьянка. Где это, блядь? Барышник, где это, твою мать? Че, с факелом? Украсть? Нет. Убить можно. Можно. Смотри. Опа! Видишь, что он делает, когда меч достаешь? И когда складываешь, так вот, опа! Это фурреализм. А где барышник-то, ёб твой налево? Я даже не знаю, кто это. Ты знаешь, кто такой барышник? Да, здесь не сильно. Так, что ли, надо? Да, надо успеть так. Что делать-то? Розгами, розгами бьют. Я сказал, не подходи. Я не буду переигрывать, зачем? Ну, стараешься. Ты плохо, а ты видел, что было, да? Ой, ничего страшного. Но здесь, видишь, здесь это у меня вот такое. Теперь то, что меня там разыскивают. Ой, я в эту деревню, блядь, даже больше не приеду. Один хуй, тут ничего нету. Правильно? О, моё. Ненавидит этот. Гардер, у тебя было такое? Я не отпевать, а потом не играть. Не знаю, отпевать. Да ты просто не привыкла. Ну, смотри, какие домишки стоят. Сдавайся. Он что, за мной бежит, что ли, все? Ебануться. Там было написано, сдавайся вон на Q. Блин, до сих пор за мной бежит. Yeah.
Сейчас я съебусь оттуда и все. Ну давай дальше слезем ради интереса. А может быть прождать нельзя пропускать во время боя. Какой бой? Это пиздюк еще сами драться? О, все. Вроде, да? Нет. Блять, а здесь бывают глюки. Блять, теперь самое главное, чтобы, блять, надолго не было. Подожди, а это не... А это не самая ли первая деревня, где мы были тогда? Это... Похоже... Нет, вообще город самый первый. Это мне это напоминает. Ну, кожаник есть. Блять, работу тут можно взять. В общем, архаедов мы... порядочек мы тут подзбили знатно. Мы, кажется... А, это, кажется, самый первый город, в котором мы были вообще. Самый-самый-самый-самый первый. Уедь, мы вернулись. Из которого, помнишь, тогда сбежали? Ну, мы не сбежали, мы спросили, чтобы нас выпустили, но как бы избежали. Теперь надо придумать, как в этот монастырь, блин, вернуться, из которого мы сбежали. Помнишь, там я считаю, с моста спрыгивал, потом переигрывал. И узнал, где промирительный крест. До сих пор не знаю, зачем. Ну, я так понимаю, типа, читать надписи, типа. Хотя тогда зачем придорожная часовня нужна? Типа, крест понятно, а часовня зачем? Часовня — это типа памятник. Ну, здесь. Нет, не. Типа ассоциируется с часами. Вот мы и вернулись. И сейчас нам стражник, наверное, скажет, вот это мы туда стражник родим. Давайте поговорим всем, он помнит нас. Это же ты помнишь, что он... Да. Да. А почему ты спрашиваешь? Я тебя искала пани из замка. Ясно. Так, пани он тоже может подкатить. А? Но это же не значит, что надо именно это делать. Никто уж не принуждает здесь. Как говорится, никто никому не... купец. О, давайте к купцу зайдем. Продадим ему что-нибудь. Я просто хочу кому что-нибудь продать. Тебе уже похер кому. Вот он, самый первый мой купец. Ватава. Самый, так сказать, первый. Он у меня был первым. Кому я, так сказать, торговать. Да у меня гроши, да хуя на самом деле. Нихуя себе у него гроши. А, нет, у него... Подожди. 29 тысяч. Охуеть, вот этот торгаш, ебаный. Я даже не знаю, что сказать. Постильник. Так. Постольник. Отдадим. Я не знаю, она, конечно, красивая. Это из дополнения. Типа она обоняние добавляет. Панские сапоги. Ну. Продай. Правильно. Серая карди с пупицей. Кутарди. Кутарди. Продать. Дубина. Нахуй. Нахуй не надо. Ты что до сих пор в одежде половец? Ну блин, защита. А чё, для своих? I'd like to this. Well. Давай поторгуемся. Ну почему есть? У купца не хватает денег. Мысли не хватает денег. А, у него 29 монет всего. А-а-а. Ну тогда мы не будем. Репутация понизилась. Ну, типа это. Давайте все-таки к пане зайдем, спросим, что она вообще хотела. Что надо? Поговорить со Стефани. Хотя нет, давайте сначала зайдем к этому. Бородатому. Вот здесь, помнишь, я тогда первый раз спрыгнул? Вот она, пани, это поговорить с ней?
Господи, а чё она не прессовался-то? Прессовался. The Lord save you. What do you need? Смысл, что мне необходимо? Так ты ж меня искала. I heard you wanted to talk to me, my lady. It's true. I need something from you. How can I help? My cousin, young Sophie, is going to be wed. It will be an entry into a new life, and I want everything to be perfect for her. I'm looking for a few things to give her as a gift. My lady, нет, why me? Normally I'd let the Chamberlain take care of it, but... And I've been told that no task is... It will be my honor, my lady. Ну, держат, подработать можно. I need you to pick up an ornamental crown from Sassau for Sophie, wine from a merchant in Rattai, and a roan from the stable. Who am I supposed to pick up the wine from? From Conrad Hagen in Rattai. Ну, понятно, по всей округе надо ездить. Here you go. О, 125 грошей дала. And the ornamental crown? I had the engravers in... That just won't do. Это она, конечно, винишко нам дала, но тоже что сказал. Precisely, but... Ну, короче, это нам тут дает это всякое. Wine, a roan, and a crown. Thank you, Hen. I just wish there were others. May the Lord watch over you. Так, ну это мы как-нибудь потом. Еще, блядь, нахуй уедь, что ли, блядь. Найди, блядь, лошадь надо привезти какую-то кошерную. Да, для Софии, для этой. И вина лучшего купить, блядь. И... А нахуй не пойти, или кое-как. Я это сделаю, блядь. А ты знаешь, что в этой одежде меня очень быстро могут заметить, между прочим. Ну, а это... Типа, ты же ведь когда ходишь в таких гремящих латах, тебя и заметить легче. Может, поэтому... Короче, давай не будем даваться подробностям. Тихо. Ой, тихо, подожди. Нас замели. Блять, нас замели. Ну и все нормально. Так, вот Пандавиш садится. Давайте присядем, мы побазарим с ним за душу. Вот он сидит, дед старый. Он, видимо, в печали тогда, что мы, так сказать, съебались отсюда. God bless you. What troubles you? Так. God save, my lord. I hope things are peaceful in your fiefdom. Peace? Peace is rare in these times. But right now I'm more troubled by politics. What's wrong? The monastery stalled the... Сейчас, у него тоже для нас есть задание. Интересно, сколько вообще прохождения занимает Kingdom Come, если выполнять все задания? What do they say is wrong with the stone? Supposedly, there was an accident when one of the stone blocks broke loose, fell, and killed someone. But the quarrymaster swears by all the... He says he sends only the best stone, and I believe him. Profiteering? What's the monastery trying to accomplish? To lower the price. What else? We've already given them a fair price, and they still delay with... Worse? You mean they'll stop paying completely? You could put it that way. And is anyone dealing with the... Well... So there's nothing else? I don't know. Well... Maybe God be with you. Блять, я ему помочь хотел. Ну, может быть, можно еще? Типа... Пан... Здесь, если я ему не сказал, что все, обидка что ли на меня кинул? Прикинь, что? Я ему сказал, возможно, я не смогу помочь, он походу меня обиделся, и он теперь уходит от меня просто. А, вот можно насчет монастыря. Yes. Yes. Good. I'll do my best. They will. May the Lord watch over you. Sir Radzik sent me with an important message. He asked for reinforcements. He needs more men? What's... The bandits and Cumans have set up camp in Pribislavitz. Hang on. Easy. I managed to track down the camp of the bandits who raided Neuhof. But I don't know what they're up to, but I'm... So it's worse than I thought. Sir Radzik said to take all your men and leave only... What? We've no choice, sir. So
Sir Radzig is leaving his camp almost empty as well. He even said you should send word to Sir Hamish to say... All right, then. Sir Radzig knows what he's... Would you lead my men there? I'll have to quickly... All right, but don't... God be with you. Взламываем сложный замок. Взломал сложный замок. Кто профессионал? Ох, ебать, насколько тут продать можно. Зеленую шляпу купца, блядь, я все это продам. Так уже места, блядь, нету. А я тут все злоупотребляю, злоупотребляю. Интересно, где можно поспаться? Ой, пани Стефани. Можно прям к вам в постельку, да? Сразу же нет, закрывайся. У меня дела здесь есть. Так. Здесь поспать можно где-то было внизу, чтобы сохранить. Сейчас я сохранюсь туда, ты хорошо? М? В конюшне, что ли, спать можно? А, спать, по-моему, наверху можно, я вспомнил. А? И? Ты мне что, что мы с тобой пошли? Или ты про что это говоришь, что знаешь-то? А? А, ты про это? Ну да, можно. Сейчас я сохранюсь, хорошо? Короче, ребята, в общем, нам нужно будет с вами теперь тренироваться. В бою. И, может быть, пройти пару побочек. Я думаю, что мы как раз-таки с этим сами займемся в следующий раз. Потому что очень... What do you think you're doing?